Давайте вам объясню одну вещь. Многие из вас пытаются, задают какие-то вопросы. Я вам гарантирую, что 99% вопросов, которые многие из вас задают, вы даже не понимаете, когда вы получите ответ, потому что у вас нет базы. Вот это основная проблема. Для того, чтобы отторговывать рынок, нужна база. Нужно понимать, что делаешь. То есть я вот сижу, все себе записываю. Видите, у меня там все бумажки. Я себе сижу, записываю. Куда я смотрю рынок? Если рынок пошел против меня, это не я идиот. Это я просто, может, не понял рынок, или там что-то произошло, что вылезло за какие-то границы там моих знаний. Знаете, что я буду делать, в отличие от вас? Вы будете пытаться отторговывать каждую ситуацию, которая происходит на рынке. Я не буду отторговывать каждую ситуацию, которая происходит на рынке. Я сяду и буду ждать свою собственную ситуацию. То есть у меня есть уровни по S&P, по Netflix и все остальное. И я буду ждать. А если что-то случится, я не буду догонять. Вот это то, что отличает трейдера от всех остальных. Да, у меня бывают такие моменты, когда я могу сесть и просто понажимать кнопки там, да, ну тогда, если я действительно, у меня все равно по каждому инструменту, вот смотрите, у меня на бумажке было написано, видите, вот, Meta, Netflix, Novavax, Apple, Apple открылся с GAP, что я могу сделать? Ничего. Вот если вы начнете понимать в своей трейдинговой карьере, что вы ничего сделать не можете, когда рынок не идет, тогда, да, у вас появится какой-то шанс, может быть, кем-то стать.